кого новый? Хе-хе, ребята, здравствуйте. Привет. Аккумулятор-то. Сейчас расскажем пацанам, что случилось, и девчонкам. Будь здоров, Коля. Да, спасибо. В общем, случилось страшное. Камеру сейчас забыл. Ездил второй раз домой, до Коли приехал, думаю, вот валенок. Вчера у нас умер аккумулятор. Но он умирал дня 4, наверное, 5. Не сразу же. Хотя, я думаю, может, это не аккумулятор, а генератор. Как ты, Коля, думаешь? Я думаю, аккумулятор с 2011 года 5 лет. Ну там, да, аккумулятор с 2011 года стоял по маркировке. Это хер знает, откуда он такой. 5 лет столько не живут. Но мы сейчас с Коляном... А, да, мы сегодня едем путешествовать. Все будет большое путешествие, может маленькое. Не знаю, что получится. Хочем еще проверить кедры, съездить. Если у него не собрали, то с Коляном соберем там кедр, залезем. Если все собрали, то мы завтра с Юлькой съездим в одно место. Там точно есть кедры. Угу. Наберем целый мешок кедров и лучшему донатеру на стриме целую посылку кедровых шишек отправим. Да, Коляныч? Если наберем еще. Ну, я говорю, если наберем, я же поправочку-то внес. Взяли мы с собой квадрокоптер. Коляныч, покажи сумочку. Ну, сейчас мы, ребята, все покажем. Секунду. О, вот в такой сумочке. Я уже, наверное, Коля показывал, не? Не помнишь? Да-да. Квадрокоптер возим. Далее. Коляныч, иди сюда. Доставай вот эту штучку. Вот в этой штучке есть одна штучка, да, доставай ее. Коляныч сейчас все покажет. Сейчас проверим, ребята, генератор и поедем. Так зачем ты мешок-то взял? Давай, 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 Коля, быстрее, не трать эфирное время. Доставай вот эту штуку. Да. Просто ее она достается оттуда, просто не надо ничего мудрить. Да, она просто там вложена, Коля. Да, вложена. Так ты, блин... Не оторви ее, ёк-ломанай, Коля. Так вот, вот сам-то не можешь. Так я не левой рукой, так что ты, Коляныч, ложи быстрее. Да все. Ты куда гонишь-то, блин? Втыкай в этот, в прикуриватель. Так, пошевели, чтобы контакт был. Включи зажигание. Погоди. Показываю. Ни хрена не показываю, палочка селфи мешает. Сейчас он, видишь, нас что показывает, давление, да? Держи вот так. Чё? А, вот так, да? Да, да. Да, он же светится еще у нас ночью-то. Сейчас он показывает у нас давление. Если мы нажмем одну кнопочку. О, аккумулятор. Садится, Коля. 12, 23, 24. А вчера было вот посередине вот эта штучка-то. Смотри, на одну палочку уменьшилась. Угу. Фул полный. Сейчас мы с тобой покатаемся, вечером еще замерю. Неужто генератор у нас? Это херово, Коля. На пол двигателя будут разобрать, чтобы до генератора долезти. Ну что, поехали? А это проверяется. Тест этого генератора. А идет ли зарядка проверить? Можно им? Можно. Завести его, унь-унь, погазовать. Можно. Но не сейчас. Да, это же компрессор, там и фонарь есть, и все. Вот такой у меня компрессор, ребята. Не знаю, в общем, покатаемся, посмотрим. Или генератор, или аккумулятор у нас помер. Ну, я думаю, на аккумулятор поле. Потому что 5 лет все-таки, не шутки. Аккумулятор. Я дашь мне старый такой. А этот-то, смотри, я не заряжал, а просто кислоту залил. Да аккумулятор. Надо заряжать, они бывают с магазина не заряжены. Они, он вообще сухой был. Так, себе. И что хотел рассказать. А, аккумулятор стоит 6000 рублей. Обалдеть, на квадроцикл. Я говорю, что так дорого? Он говорит, емкость у тебя какая-то там большая. Ну что, Коляныч, поехали. Сейчас будем останавливаться. И снимать везде. Может, да, взяли металлоискатель еще, покопаем, если там места найдем. Ну, если выкашено где-нибудь или еще что-нибудь. Да, Коля? Чего? Аккумулятор? Ну, давай. Была, ребята, такая профессия. Шишки собирать. Называлась шишкотряс. Сегодня с Колей мы будем шишкотрясами. Смотрим. Так, остановились мы на пути, ребята. Здесь поле. Колян, как тут деревня была называлась? Грязниха. Грязниха. Смотри, красота какая. Чего они не убирают? Сейчас дожди у нас лупят, и это все ляжет. Это какая, Коля? А все уже готово зерно-то. Овес? Не, ты что, это рожь, по-моему? А мне кажется, овес. Не, овес не такой, это рожь. Грязниха. Расскажи, Колян, что здесь произошло такого интересного в этой, на этом урочище? А где-то вот здесь нашли. Чего? Закладуху. Закладуху. Бивончики или как они? Бивончики. Советские серебро. Да. Сколько? Много. Не будем количество говорить тогда, ладно, а то. Полтинники и
пятнарики, десярики, двадцарики. Ну, все советское серебро. Рубли были? Нет, рублей не было. Рублей советских не было. Да, где-то вот здесь. Вот где-то в этом месте. Ну, мы здесь с Коляном еще походим, когда здесь все уберут. Деревня большая была, богатая. Сейчас здесь поле, как сами видите. Как была деревня? Ну, как? Так, буквой Т. Так, так. А, куда? Ну, это вот в тех кустах вся деревня. Ты там не ходил? Нет, там что, бесполезно. А тут еще высоковольтная линия под линией-то. Ничего, я ходил, не было, не было. Не фанило? Нет. А у нас, помнишь, там с ума приброзы сошли у тебя у дома? О, там не знаю из-за чего, из-за башни, наверное. Что и у меня, что у тебя. Не могли так и отстроиться. Ладно, в апреле приедем здесь, когда травы не будет. Залезем в кусты тогда. Едем дальше за кедрами туда. Да. Приехали, первое место у нас кедровое. Коля тут кричит, шишек нету, я уже вижу отсюда, что есть. Бинокль не можем достать, бинокль зажат у нас квадрокоптером. Вчера мне Колян спрашивали, все, показывайте квадрокоптер, покажи, как взлетает, все интересно. Сейчас покажу, как взлетает, и мы, соответственно, посмотрим на планшете шишечки сверху. Ибо бинокль у нас не достать, обычно биноклем мы это все просматриваем. Так что сейчас мы, Колян, запустим свой квадрокоптер. Покажи шишки-то, что ты меня-то показываешь. Вон кедры, там покажи кедры. Аккуратненько только, плавненько води, Коля. Резко не дергай, зумом поиграйся. А, зумом не умею. А что не умеешь, вон сверху ты. Да не видно тут солнца, да. Да, Коля. Оператор из тебя еще тут. Там шишки. Я сам сейчас сниму, не снимай тогда. На тех кедрах нет шишек. Да есть тоже там. Покажи машину, что уже сшибают стоят. Да нафиг они нужны. Дай-ка камеру. Отобрал у Коляна камеру, ибо работать зумом не умеет. Здесь что у нас была, деревня? Да, пару домов. Как нифига пару, вон смотри сколько. Вон уже машина стоит, шишки тоже сшибают. Ездят с Кирова, мешками здесь собирают. Сейчас мы запустим квадрокоптер, я покажу сверху. Облетим здесь, где деревня была. Ну тут не пару, Коля, домов было, тут большая деревня была. Вон она туда шла. Все, снимаю. Там уже хозяин пришел. Коля, вон уже шишечек набрал. Ну это такие паданцы, у меня маленькие. Наверху там большие. Ляпа, просили показать, как взлетает, Коля. Система взлету готова. Что, снимаешь? Угу. Ну и все, вверх его поднимаешь. Ничего сложного, потом покажешь, как садить и все.
домашний период. Снимаю. Сейчас попробуем это. Покажи пульт, Колян. Где-то он там летает у нас. Пульт, Коль, пожирилась. Отсюда, да. Кнопку возврат домой. Летим домой. Все. И что, и смотрим, он сейчас снимает нас. Тут маршрут. Блин, нифига не видно, ну ты все равно снимай. Вон маршрут возврата домой. И должен сейчас, вон он, Коля, летит. На 30 метров. Вижу. Снимай его, Коля, дай мне этот. Сейчас он должен взлететь. На, держи пульт. Ну, то есть у тебя съемщик еще тот. А он сам сядет? Сам сядет. Сейчас он зависнет и будет делать. Сейчас будут снимать. Приземляемся. Прямо не на башку. Приземляемся, видишь, он говорит. Тут русский перевод, все и все дела. Давай, нажимай на капитали. Я не умею. А что, он не будет реагировать? Че, будет? На, держи камеру. Снимает она. Вот так держи. Не тряси, пожалуйста, только ее. Сейчас я пульт перехожу. Что снимать-то? Что снимать? Его снимать. Примерно где он находится хотя бы. Не видно нифига. Я сейчас перехвачу пульт, потом в траву сяду. Все, перехватил я, Коля. Сейчас я вручную его посажу. Все, покажем, как с ним это. Во! Все, прилунились. Это Коляныч. В общем, ничего сложного нету, что взлетает. Даже тут для дураков есть кнопочка взлет. Нажал, слайдер провел, он сам на 1.5 метра взлетит и будет ждать, когда вы переходите управление. Очень хороший аппарат, ребята, рекомендуем. Ну что, Коляныч, еще полетаем где-нибудь, батареи осталось много. Все, поехали, лысятину проверим. Да, там просмотрим, песочек там видели. Дальше сейчас полетали. Вот там. Поле, да, пески как будто. Сейчас мы квадратные квадросы, я прокатимся. Ладно, все, выключаюсь. Покажи, как хоть. Орехи растут. Нет, ты расшевеляй ее. То, может, кто не видел. Да, вот они. Вот они, доставай. Почему-то у меня низ, зараза, снимает. Не там фокусируется, где надо. Вот они уже готовые, да? Угу, их варить не надо. Созрели, все, классно. Созрели все. Давай, хватит уже, Коля. Да, я покажу шишки-то. Ой, шишки, орехи-то. Вот они, орешки. Кто-то самогон стоит. Ну там сибириты нам пишут, так у них покруче еще орехи. Ну да. Ну это маленькие, это не. Там если наверх-то залезть, так там два кулака моих будут. Это редко. А это еще попаданцы, которые падают. Ну тут и собирали все. Говорят, в Москве, Коля, 2000 рублей килограмм чищенных орехов. Не верю. Чего не веришь? У нас 500 рублей, по-моему. Ну-ка, покажи ядрышко, какие у них. Раскуси. Ну, здорово, ядра. Опять у меня почему-то фокусируется не там. Вот такие орехи. Грецкие. Какой грецкие? Как они называются? Кедровые? Фу, кедровые, точно. Забыл. Кому надо, пишите. У нас еще есть категория. Как их, Коля, назвать-то? Этих людей-то. Пидоры, наверное. Вандалы? Да пидоры все они. Лазить неохота, они просто берут, обрубают или ломают сучки и все. И уже на земле собирают. За это руки так-то отрубают, если кого поймают. Здесь выбрано все это. Вытоптано. Все, большую нашел. Нормально. Ну-ка. Ну это большая разве? Нормально. Вон орехи. Тут много валяется, можно не лазить. Если что, Колька, я съезжу с Юлей в одну деревню завтра. Ты смотри, аккуратно, Вася, то он хрупкий, кедр очень. Вот такие сучки здорово, свободно обламывают. Я же, Коля, старый, шишка тряста. Знаю, как на шишки собирать.
И там мы ездили, мимо проезжали. Там они не собраны, а здесь все вытоптано. Вон целая площадь. Вон шишка опять, Коля, валяется. Большая. Ну это не большая, ну с орехами. Нормальная. Непоклеванная. Непоклеванная. Ну это разве шишки, это что? Чушь какая-то, Коля, мелкая. Шишка должна быть с мою голову. Да. На верхушке, знаешь, какие здоровые шишки. Это-то самые маленькие падают. Вон еще шевеля шишка. Три уже шишки. Это ветер сейчас дунул, они попадали. А мы с тобой пакет даже не взяли. В что складывать-то бом? У тебя в рундук. Какой рундук? Сзади, который посмотрит. А там все смоле будет. На, все равно пакет. Не больно смотрит. Ладно, сейчас наберем. Что получится. Ходим с Коляном под кедрами. Что-то здесь нифига нету. Есть вон толкан, только уже все собрано. Бурмакина здесь недалеко. Ездят с города, со всех. Дорога хорошая. Мешками собирают кедровые шишки. Хотя и кедров много тут в округе. Но я знаю парочку места, где никогда никого не бывает. Ибо дорога там только на квадроцикле заехать. Да на УАЗике. Сейчас здесь еще походим, может найдем. Белки их очень грызут сильно. Потом клесты. Под этими есть. Но это уже паданцы, ветром сдувают. Ладно, сколько здесь наберем. Сколько там в другом месте, сейчас еще сгоняем. Интересно, интересно. Вон их белочки как едят. Тоже орешки оставляют, а может тут еще есть. Наесть можно. Да и набрать тут можно. Прийти сразу же чистить. Кому лень-то шишками собирать. А так они зиму хорошо хранятся. Прямо в шишкарях. Коляныч, я весь в смоле. Не полезли мы, ребята, на деревья. Походили. Ветерок дунет, они отпадают. А чё бояться-то? О, набрали. Кому-нибудь из вас подарим. Ну, самые большие, конечно, еще наверху лежат они. Там тоже кедры. Везде тут кедры. Ну, надо лезть, сейчас мы съездим. Песочек поищем с Коляном еще. Ну там еще одно место есть. Туда еще доедем сейчас, Коля. Там-то точно никого нету, там никто не знает, кроме меня. Где? Куда мы с тобой хотели изначально ехать. Далеко туда. Далеко. А что нам? Мы сейчас здесь проедем и туда поедем. Погнали. Угу. Блин, я весь в смоле. И хожу, шишки ем. Наелся этих шишек. Миллион долларов. Дом будет строить. Сегодня я захожу в магазин, в бар чай попить. И мне, знаешь, какую сдачу сдали показать. Сейчас, погоди, Галяныч. Я уже забыл про эти деньги-то, блин. О, ребята. Три монеты сразу же. 2005 года, Коля. Три штуки сдали сдачей. Я уже их 100 лет в обращении-то не видел. Нормально, чирикич. Давай, раньше их собирали все, кому не лень. Сейчас уже так интересно, когда они попадаются в этом, в обороте. Ты не коллекционер таких? Я тоже. Коля говорит, это, сейчас деньги к нам липнуть будут. Из-за смолы-то. Там, Коляныч, тоже деревни стоят. Но там дачники набьют нас. Участкового вызовут. Тут туда еще ходит, собирают. Машина стоит. Или с прибором он вышел, так я не понял. Бинокль-то у нас зажат квадрокоптером. И бинокль у меня лежит вот здесь. Из-за сумки не вытащи сейчас. Ладно, дома переложу в кофр. Пробежались мы с Коляном по этому полю. Где кедры стоят. Вообще ничего нету. Поганое поле, ходить погано. Поедем дальше путешествовать. Еще подъехали мы тут. Несколько кедров стоят. Такое здесь красивейшее место, ребята. Деревня стояла. Колян говорит, искать не буду.
шишки поем. Там тоже кедры засохшие. А я думаю, дай-ка я по полю пройдусь. Тут вообще красота такая неописуемая. Колян шишки сидит, ес. Все, деревня была целая. Там еще кедры стоят тоже. Ляпота там какая. Какая-то штучка выпала. Тканина, наверное. Фигня. Земля не очень. Коляныч насиделся, говорит, пойду. А я гармонь нашел. Кусок гармонии, в общем, от гармонии. Или от аккордеона, хер знает, отметьте. Не берем. Коля говорит, там песочек у тополей. Я, наверное, тут сейчас полетаю еще. Пролечу это поле, красота. Больно мне здесь нравится. Две конины сразу выпали в одной куче. Такая тут мусорка. Но красиво.
Коляныч, находки есть тут? Нету. Нету нифига, мы сейчас дальше поедем, ребята. Были? У нас целая посылка пришла, я забыл, вот от кого только. Ну, потом посмотрим. Всяких консерв, Коляныч, с тобой. Давай перекусим. И... А, хлеб достань-ка. У меня тут хлеб где-то есть. Да, вилки-то у меня в кармане. Доставай, тут пакет где-то есть. И поедем мы дальше. Но там еще кедры одни посмотрим. Че, как ездим, будем снимать? Да ладно, че, видали. Погоди, квасу возьмем. О, помчали дальше. Ну-ка, что там, открой хоть. Зачем трясешь-то? Что будет разбулькать? Система ниппель. Какая ниппель? Система. Все, сало растряс. О, мясо-то, Коляныч. Это какие-то маловки. Все, я ем, ты нет. Ну как? Пахнет вкусно. Места здесь шикарные, конечно, вообще красиво. Камера не передает, но тут так четко. Консерва, ребята, шикарная. На, погреть ее, Коляныч. У нас же сухпои есть, еще целый не распечатан. На рыбалку мы собираемся взять. Спасибо, ребят, подписчикам, кто нас кормит. Да-да. Спасибо. Кто кормит, кто нас одевает. Подачу только с Коляном живем. Хе-хе. Так, время у нас 3 часа, без 15:03. Сейчас едем еще на одно место. Такие у нас вилочки есть. Вилка-ложка. Оп. Очень удобно. Одна Коляна, другая моя. Когда я на Алиэкспрессе покупал. Ну что ты, Коля? Ветер какой-то. Хочешь сказать нашим подписчикам? Передай что-нибудь. Привет. Че привет-то? Пожелания какие-нибудь, а не поздравления. Что пожелать? Только по находок хороших. Кто рыбачит, большая рыба. Просто смотрите. А девчонкам что передашь? Не знаю. Всего хорошего. Слабовато как-то, Коля. Да что я? Не будешь рад. Квас-то? Ой, я так поел, такой ленивый опять стал. Порули-ка, Коля, я посплю. Едем, а тут с одной стороны одна культура, а с другой другая. И Коля, оказывается, у нас агроном. Это, Коля, что у нас? Пшеница. Так, а... Ой, а с этой стороны что? Овес. Овес, медведи, между прочим, его любят. Да-да. Выходят. Да. И с обоих сторон так разные культуры. Вон там, Коля, тоже деревня была. Между прочим, там, помнишь, находили полтинник Екатерины или рубль? Не. Там дальше-то, за ним. А, да-да. Ну, мы туда не поедем, тут что, все засажено так, зайду. Полтинник, по-моему. Полтинник вроде. Или полуполтинник. Значит, такое ветрище. Приехали мы в деревню, еще одну. Здесь не убрано пока. Она большая была. Вон кедр стоит. Вон там кедры. Сейчас мы подъедем к ним. Шишечки есть. Но Коля говорит... Что, шишки как шишки, Коля, нормальные. С орехами даже. Держи. Достали, дай-ка. Сомневаюсь. Ва, такое ветрище тут. Но собирают, конечно, шишечки. Сейчас туда еще подъедем, посмотрим. Здесь соберем тоже. Вон еще. На дерево-то мы уже не лазим. Что-то какие-то здесь карликовые. Шишки. Коляныч. Фигня. Хотя кедр вроде серьезный. Ну что, Коля, пойдем покажем пацанам. Сколько мы насобирали здесь на земле шишек. О, сколько. Они вот так растут, маленькие. Сейчас мы доедем вон до того одинокого кедра. Коля, и колодцы здесь. Я говорю, колодцы вон флажком обозначены. Не все. Не все? Можем провалиться. А потом вон к тем кедрам съездим. Суммарик-то что, Коля? Лучшему подписчику отправим.
Да? Ну? Так что, ребята, кому-нибудь отправим кедры. Давай, давай, собирай. Что-то нам эти кедры не понравились, Коля. Все шишки пустые, орехи. То ли не пересохшие. А почему, Коля, так бывает? Вот здесь тоже заезды целые. Ну, я знаю, где есть отличные шишечки. Мы потом туда с Юлькой сгоняем. Даже, может, завтра. Чё, есть орехи? Тут как будто этот... Слонопотамы прошли, Коля. Тут все утоптано. Какие тут... Ну, сейчас, в принципе, вот ветерок дует, так будет. Чё, отпадывает. Так что, ребята, тут кедры шляпные. Не то, что у нас. А, Коля, ну-ка попробуй. Чё, орехи есть? Вроде есть. Вот эти с орехами. А вот там одинокие, так без орехов. Что-то я шишек, Коля, не вижу. Ну. Где? А нет, есть шишки. Да. А, да, есть. Ой. Шишечки, но тоже где-то не очень крупные. Коляныч, говорил, пакет возьми. Насобираем сейчас. Немного наберем. Чего немного? Вон их валяются. Везде шишек-то. Ага, потом опять все смоле будем. Я до сих пор весь в смоле. Они так-то, ребята, когда их не дозреют-то, они зелененькие, вот такие немножко. Мы их раньше вываривали в детстве в горячей воде. Да дофига тут, Коля, шишек-то этих. У нас сегодня шишкин день, копать не будем. У меня, Коля, в руки не влазят. Тут вон их сколько. Везде шишки одни. Ну и Коляныч, говорю, возьми пакет, да. Нафиг, нафиг, говорит, надо. Вон там шишки, вон шишки. Да, одни шишки. Сейчас покажу, сколько. Вон еще, Коля, валяются по низу. Вон там две штуки сразу вижу. Это мело? Да, вон там дальше еще одна. Да. Здесь тоже у меня много. Вон там они. Деревья-то широкие, везде раскидано. Мелочь какая-то. Да орехи-то на мелкие не влияют. Орехи-то везде стандартные. Влияют. Что в маленьких шишках, что в больших. Я бы не сказал. Везде бы и одинаково. Ну и колясик. Не взял пакет. Сейчас понесешь. Да, пари, погоди, погоди-ка ты. Давай еще посмотрим. Мы еще вон там не ходили. Ну и Колян такой. Сразу же как услышал, что нести, и говорит, нафиг надо, пошли домой. Сейчас поедем, Коля, шишек пацанам наберем, потом посылочку кому-нибудь отправим. Знак нашей благодарности. Я еще это, администратору нашему обещал шишек отправить. Сейчас поищем. Заехали мы еще под один кедр. Деревня Лисенки, да, Коля, здесь? Угу. Здесь здоровые кедры. Во. Но это не очень еще большие. Вон, Коля, в шишки еще валяются. Все крупное? Не люблю. Сейчас пацанам покажу. Здесь кто-то уже собирал и чистил сразу же. Здесь вон начищено сколько. Кто-то уже нахерачил, Коля. Что-то чистили, что-то так и оставили. Вон их тут надолбили. А в кустах, наверное, еще, Коля, больше, да? Если зайти и посмотреть. Пойди с металлоискателем тут пробежимся. Где? Тут-то? Не, не тут, а я имею в виду. Вон от деревни Лисенок осталась памятная плита. Тут сколько кедров-то, Коляныч? Не помнишь? Не помнишь, сколько тут штук? А и в этом, да, здесь тоже есть. Ой, Коля, тут кругом шишки одни. Иди здесь еще собирай, Коля. Два кедра тут.
И третий вон там стоит. Где, видно? Тоже потом до него доедем. Здесь солому скосили, но не убрали еще. А вот с той стороны уже убрали. И мы сейчас потом боку пробежимся с Коляном. С металлоискателем. Вон, Коляныч, иди сюда. Я вам по шишкам хожу. Вон три шишки. Вот здесь, вон там шишка валяется. Ну, это маленькая. Ну, ладно. Вон, Коля. Шишки вот здесь тоже есть. У нас все жарище опять стоит, блин. Поэтому конец кедру-то, Коля. Засох? Угу. Еще немножко, вон полствола еще зеленая. Сожгли, похоже. Да-да-да, траву, наверное, поджигали. Ну, смотри, есть что, нет, да пошли отсюда. Как не туда, есть? Куды? Что-то не сможем-то, все сможем. Да, шишек-то хватит, у нас там что, полкузова уже этих шишек. Вон еще прошел шишек-то. Я не прошел, я... Вон еще. Я был в изучении. Да, есть тут их. Ну и лисенки, Коля. Что ты огромные шишки нашел? Ну-ка, покажи-ка пацанам пакет свой. Вот это посерьезнее шишечки уже. Понятно. Кто-то здесь промыслом, да, занимался? Угу. Промысел вел. О, красота-то, Коля, здесь у нас. Шикарные места. На, Коляныч, еще шишечка одна. Ходишь, не смотришь. О, путевая. И опять весь смоле. Все, выходим. Вот сейчас здесь мы пройдемся с Коляном. Ну, опять же, не наша цель. Вон там дальше опять деревня стоит. Ну, это, по-моему, на другом поле, да, Коля? Или на этом же поле? Не помнишь? Да. Деревня-то стоит. Бог нас, где она, как тут была? Коля, натырил к шишек себе домой. А я что-то не хочу, нафиг они. Одна смола. У тебя дома целый пакет воды. Да нахрен они, эти шишки. Все уже тут, почти все ошибли. Ничего не видно. Кому-то заедем или нафиг он нужен? Кому? Вон там-то видно шишки есть. Ой. Че, оторвал? Вот она жадность-то. Вот она, фрай разгубила, Коля. Говорил, выкинь-то эти шишки. Ой, выкинь, в пакет положь, потом из общака возьмешь. Ух, ой, Коляныч. Я поищу сейчас пока, демонтируй. Потом мне охота будет. Ходим тут мы уже 10 минут с металлоискателями. А что-то одна проволока. Ну и деревня Лисенки. Нифига нету. Хотя поля броши, она походить. Самое интересное, где деревня стояла еще. Не убрана солома-то. Вот здесь. Попозже приедем. Коляныч там что-то нашел. Че нашел, Коля? Фигня, говорит. Бедняцкое, ребята, это поле. Шляпа всякая. Нет тут монет. Но красиво. Там еще деревенька какая-то стояла. Кругом деревни. Поедем дальше. Опачки! Ну что, Коляныч, давай прощаться с пацанами и девчонками под кроной кедров старых, которым по 500 миллионов лет. Итак, ребята, мораль той басни такова. Во-первых, если будешь обирать шишки, все в смоле будете. Коляныч, покажи руки. Надо было перчатки было одевать. Да, перчатки надо одевать. Во-вторых, хочете крупные экземпляры с голову, лезьте на это, на дерево. Если не хотите крупные экземпляры с голову, а хотите, покажи, Коля, какие. Вот такие шишечки. Где там, Коля, я не вижу. Да, если хотите, в общем, маленькие шишечки, можете здесь собирать. Как, в смысле, как собирать? Они ветром их сдувают. Даже тут кто вот полазит, сильный ветер, приезжайте.
они падают. Вон ее там, две шишки, на меня чуть на голову не упало. Дальше. Коп сегодня нету, копа у нас, да, такой, Коля? Что-то прокатались больше. Ну, так и будет оно, видимо, называться, прокедровые шишки. Они с копом связаны. Жили-были на, Коля, еще снять нам с тобой и рыбалочку. Так что, блин, Коля, я весь в смоле. Вообще. Шишки мы, наверное, кому-нибудь отправим. Ну, дома положим, пускай лежат. На стриме, может, разыграем, да, Коля? Целую посылку шишек. Я планирую еще съездить за шишками с Юлькой. Не знаю, когда это видео выйдет. Мы уже, может, съездим, может, не съездим. Может, завтра мы с ней съездим. Посмотрим. А Коля завтра на рыбалку пойдет. Без меня. Наверное. Да. Так что спасибо, кто смотрел. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Ставьте грозные лайки. Пишите комментарии. А мы шишки для вас в основном-то собирали. Ну, показали, как они растут. Они... Мы только в детстве их собираем. Так-то они нафиг не нужны. Да. По идее, можно на них зарабатывать. Надо вот такую штуку, как Колян говорит, на севере есть штуки. Шишки засыпаешь, крутишь барабан, и орешки выпадают. Угу. Ездить прямо с ней, и вот здесь шишек этих усыпано, которые раскрыты уже. Ну, где-то клесты поели. И ездить с этой штукой, и можно одни чистые орехи набирать. Я думаю, килограмм 20 можно за день. Угу. Смело. Не знаю. Вот еще, смотри, этих шишек, если пособирать, кого валяют. Не, ну чистого зерна... Ну, 10 килограмм. Пол мешка можно набрать. Пол мешка, да. Чистого зерна. Чистого зерна вот за день, если объехать все кедры. И даже не лазить по этим, а просто вот эти паданцы собирать. На заметку сибирякам. Хотя, у них там все есть. У них-то там шишки. О, какой этих. У меня дома, я показывал на стриме, лежит шишка, этот, кедр. Знаешь, откуда мне его привезли? А, у тебя там малазийский. Малазийский, да, кедр. О, там она больше килограмма была шишка. У нас нет. Ну, у там нас... орехи-то есть ли в ней? Есть. Так и я даже садил, они у меня выращивали, мы потом умирали. Не знаю, почему почва не приходила. Факт в чем, Коля, заключается, что у нас тоже есть крупные экземпляры, но надо наверху лезть. Я помню, в детстве вот они здоровые были, шишки. Видать, наверху еще влесят, а которого уже собрали, да? Может, сухо, видишь, нынче из-за этого не выросли, они большие. Да, может, влаги нету много. И, между прочим, они плодоносят раз в 3 года. Где-то, ну, у нас, по крайней мере. Да, где-то так и есть. Да, потому что я 2 года назад снимал, у меня там был тоже урожай. Потом 2 года не было, вот 3-й год, наверное, урожай. Все, всем пока. Всем пока.